Гонки на охотничьих лыжах-лямпах могут стать национальным брендом. Таким мнением с главой Коми поделился исполнительный директор Федерации гонок на охотничьих лыжах Афанасий Габов. Он представил программу развития этого вида спорта в регионе. Первым шагом в этом направлении, например, может стать проведение в год столетия республики масштабного фестиваля «Олимпиада». Но для этого потребуется обеспечить лыжами и лямпами всех, кто пожелает принять участие в соревнованиях. Кроме того, необходимо благоустроить территорию возле места проведения фестиваля и заасфальтировать подъездные пути к нему. Владимир Уйба согласился, что гонки на охотничьих лыжах надо развивать, взяв предложение в проработку. А интерес к ним в мире действительно есть. В этом Афанасий Габов убежден. В 2017 году, опять же, мы проводили на уровне международного, у нас где-то 9 стран, представителей 9 стран мира было, значит, и 10 регионов России. Вот такой интерес есть. И когда канадские, итальянские в интервью представители говорят, что это лучшее голливудское шоу, да, это на самом деле есть это интервью, значит, это уже чего-то стоит, и поэтому нельзя нам терять. Для того, чтобы мы совершенствовались и на следующих мероприятиях, получится, нет, я не знаю, потому что это очень сложное мероприятие. Выглядели хорошо, какую-то инфраструктуру мы должны создать. Фестиваль «Олимпиада» проводится в селе Большелук уже 13 лет, а на Ударе популярен еще один этнографический фестиваль зимних видов спорта «Кычьяс», в рамках которого также проводятся гонки на охотничьих лыжах.